А перед поездкой в Екатеринбург на встречу выпускников сборная Снежногорска пошла к нашему мэру. Какая встреча выпускников? Половина из вас даже школу не закончила. Сам ты уйди. Министр финансов говорит, денег нет. Сергей Иванович, а мы вам автограф ведущего привезем. Маслякова. Ельша. Пошли нахрен отсюда. Здравствуйте! Вас приветствует снежногорская молодежь. Хорошо, что Екатеринбург – город без наркотиков. Вот если бы он был без алкоголя, то наша команда вряд ли бы сюда поехала. Мы в Екатеринбурге впервые, поэтому давайте знакомиться. Витя Коронавирус. Куда ты исчез? Раньше был авторитетом в Снежногорске, а теперь его никто не боится. Давай до свидания. Роман Петрович. Это был короткий роман. Директор Снежногорского метро. У него тоже только одна ветка. Лена Груздь, снежногорская путана. Вдоль ночных дорог. Почему Груздь? Ну, как говорят снежногорские дальнобойщики, назвалась Груздем, полезай в кузов. Андрей Рожков. Привет, Андрей. Уральский пельмень. Тело Андрея Рожкова на 80% состоит из бульона. Сергей Иванович, хореограф Екатеринбургского лицея номер 12. Странные танцы. Обещал дать школьникам ремня. Ремни. А, да, ремни. Кожаные ремни. Паша и Джексон, снежногорские волынщики. Почему одного из них кил длиннее? Ну, это нам режиссер передачи на репетиции посоветовал. По колено. Боря Джонсон. Снежногорский алкоголик. Врачи сказали, что ему тоже осталось времени до октября. Еще чуть-чуть и прямо в рай. Филипп Бедросович. Снежногорский поп-король. К церкви отношения не имеет. Пиват король. Вова биология. Биология. Снежногорский генетик. Вова, что у тебя? Песня. В Снежногорском зоопарке зайца я скрестил и рысь. Раньше было там не очень, а теперь там заерысь. Спасибо, Вова. Продолжим знакомиться. Серега, заерысь. Заерысь. Пока это вся информация. Ну что, Снежногорск, зажжем?
Я так привык жить одним с тобой, одним с тобой, одним с тобой. Встречать рассвет, слышь, как протянемся. Друзья, мы в Екатеринбурге впервые, но знаем точно, когда Путин прилетает в Екатеринбург, первым сжимается Кольцово. Желтые тюрбаны, песни и разлуки, цвета запоздалой, утренней звезды, утренней звезды. А сейчас мы установим рекорд. Сейчас наш Михаил за 15 секунд угадает, в какой из этих 10 рюмок не водка, а вода. Поехали! Первый. Браво! Продолжим знакомиться. Стульчак Норрис, продавец крутой сантехники в Снежногорске. Сергей Иванович, начальник отдела IT-разработок Снежногорска. Джанкарло Фетучини и Альберто Карбонара. Мы бандито. Мамой клянутся, что они итальянцы. Итальяно веро. Забыл представить, снежногорские пожарные. Серега, Колька и Витя. Есть у них какой-то свой способ. Ладно, мы на выезд. Так ничего же не горит. И что теперь? Я волна. И снова седая ночь. И только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь. Все мои тайны. Но даже тебе помочь не можешь. Ну и в конце. Недавно на окна Снежногорской администрации установили решетки. Мы до сих пор не понимаем, это для того, чтобы воры туда не забрались или все-таки оттуда не выбрались? Ну что, Екатеринбург, зажжем? Маленький городок на краю земли, море, чайки, сугробы. Сборная Снежногорска!